пришла пора расстаться. Подрастает детвора. Скоро будем расставаться, в школу им идти пора. На глазах ведь подрастали, поумнели, возмужали, а совсем еще недавно их в колясочках катали. Сколько бантиков нарядных я косички заплела, сколько радостных денечков вместе с ними провела. Да, и эти улетают, ждет их школьная пора. Ой, а что-то мы стоим здесь, праздник начинать пора. Thank you.
А на острове на этом веселится весь народ. Там царица папуаска и танцует, и поет. Должны уметь многое, они и умеют уже многое. Но самое главное, они должны уметь фантазировать. Третий, творческий. Что в середине? Что оттуда ходит? Лучше, солнышко. Причины нет, где улыбка жизни.
еще волшебник. Этот чемоданчик у меня волшебный. Надо на него подуть. Дуйте, дуйте, сильно. Потом уже опять будут дружить, потому что это бесследно не пройдет. Ничего, коса с травой дует, бабочка и цветок, друзья, мы с тобой. Все. Вот ударит папа, поделит медали, кто косолит саду, да, никогда не надо. От улыбки взлетела, когда проснется. Удивись, улыбка не стоит. И она один раз еще вернется. Тогда наверняка поем, что запляшут до глаза. Мы съедем за великой на свинке. Да, оба ручейка начинает слегка. Ну, а дружба начинает. Уроки, дневники, тетради, задания. Ну,
А вот что будет после школы, мы узнаем от наших девочек. Thank you.
гостям. Я думаю, они все довольны. И это обязательно сбудется, такой торжественный день. Конечно. Но вот дети собрались в школу. Но мне хотелось бы узнать, знают ли они, какие нужно принадлежности в школу? Что, Саша, надо? Тетрадь, карандаши, папки, конечно, Маша. Ой, учебники, да? Пенал нужен. Знают о нем, Ольга Александровна? И не все знают. А как же коробка с карандашами? С карандашами. Мне тоже нельзя сказать, купили в школе, что надо еще подождать. Ну, а это возможно? Взяла ее осторожно и носила бомбе, я буду всех искать. Подопечными, детками, которых целый год мы смотрели, ухаживали, которые нас радовали. Но им пора уже уходить в школу, и для них прозвенит первый звонок. Да, позади у них самые беззаботные годы жизни, самые радостные, самые радужные и самые волшебные. И эти годы были беззаботными не только для наших выпускников, они были беззаботные для вас. А впереди ждет тяжелая дорога, школьная жизнь. Сегодня, ребята, мы вас поздравляем. Вы в школу идете учиться, дружить. Успехов, здоровья мы вам пожелаем. И сад свой родной никогда не забыть. И со днями пролетели, все мы выросли. Наш группа первый раз отходит в первый класс. Сегодня в свою школу мы пойдем.
о жизни мы вашей узнали. Пусть школьная жизнь будет так же прекрасна, как день этот ясный, веселый и ясный. Ты первый свой бал никогда не забудешь. Ты сад свой, надеюсь, всегда помнить будешь. Окончен наш бал, завершается праздник. Счастливой дороги тебе, первоклассник! Остался последний кадр, благодарственный. Здравствуйте, дорогие родители. Здравствуйте, наши любимые детки, ребята. Ну, после такого бала, после такого красивого танца, у меня просто нет слов. Да, конечно, в первую очередь, хочется поздравить наших выпускников с первым в жизни выпускным балом. И поздравить, и пожелать вам хочется, чтобы вы всегда оставались такими же красивыми, как сегодня, такими же дружелюбными, любите друг друга, уважайте. И, конечно же, чтобы вам всегда везде сопутствовала удача и успехов вам в дальнейших учебах. И, конечно, хочется вас наградить дипломами, дипломами выпускников детского сада. Диплом и медаль, да, у нас есть. Дипломом награждается островной Яков, выпускник детского сада. Также хочется вручить диплом. Также хочется вручить диплом Светлане Александровне. Хочется наградить выпускницу Кузьмич Марию. Также хочется наградить дипломом Березовского Данилу. И последний диплом у нас уходит малого. Также медаль вручается
это на стену старания и трудолюбия. За заботу, за внимание, душевное тепло, ежедневную с детишками работу. Детям с вами очень повезло. Пожелаем сил и вдохновения поколениям новые расти. Дай вам Бог здоровья и терпения и возможности достаточно. Спасибо вам большое.